Сегодня самолет компании «Аэрофлот» задержался с прибытием в Абакан из Москвы на несколько часов. Причина простая – сложные погодные условия. Борт должен был приземлиться в 8:45. В связи с этим был отложен и рейс в обратную сторону. В пресс-службе аэропорта отмечают, накануне вечером из-за тумана в столице республики также не смог приземлиться самолет авиакомпании «КрасАвиа» из Кызыла.